15 августа 2016 года в Казани дан старт комплексному благоустройству особо охраняемой природной территории городского лесопарка Лебяжье, расположенного в Кировском районе города. Итак, друзья, ваши аплодисменты! В 2015 году, в год парков и скверов, в Татарстане вблизи озер были созданы две парковочные зоны на 228 машиномест. В рамках первой очереди развития территории предлагается восстановить экосистему озер, разработать инфраструктуру для отдыха жителей в наиболее посещаемых зонах, проложить сеть освещенных пешеходных дорог и лыжных трасс. Одним из основных видов работ станет строительство насосной станции на озере Изумрудное и трубопроводов для подкачки воды. В целом этот проект – это восстановление тех озер, тех пространств, которые здесь существовали.